мотор, камера, поехали. Расскажи о первом дне нашем. Мне понравилось в музеях, на экскурсии, вот, как рассказывали о мостах, которые разводные, которые разводятся только в летом. Мне понравилось музей, там, где картина. Пиратка. Да. Мне понравилось там искать вот эти игры, мне понравилось искать картины. Червяк, который взлетал, такой в земле как будто прокопал яму. Еще мне понравилось вот, в гостинице. Так, ну поподробнее. Хорошие номера. Так. Еще. Полезная еда. Так, с кем ты подружился вот? Из нашего хора? Ну да, ты у нас полгода поешь. Со всеми. Со всеми подружился. А с кем враждуешь? Не с кем. Не с кем, молодец. Вася, интересно в коллективе ездить? Да. А чем это интересно? Ну, вот, например, я сижу с Ильей, и он уже в прошлом году тоже ездил в Санкт-Петербург, и он рассказывал про некоторые тоже. Можешь узнать что-то от более старших. А раньше-то в каком коллективе был? В каком? Участвовал. А что ж так поздно пришел там? Ничего не знал. Не знал о себе, да? От кого узнал? От Ильи. Я в школе говорю. А, вы в школе? Что? Да. Мы же вместе в школе. Они вместе. Может, я не знаю. Понятно. Так, ну у тебя дома бонус? Да. Несмотря на то, что опаздывает он сюда. Ну вы там в школе с Ильей еще как найдите парня по голосисти. Да. Ну вот, в следующем году еще. И приводите. Можете провести селекцию в первых, там, вторых классах тоже. Вася, ты первый раз сюда приехал? Да. Там еще из среднего хора придут мальчики тоже из моего класса. Хорошо. Значит, ты обхитрила всех. А кто? Скажи, кто? Ваня Шорин и Ваня Глаза. А, вы вместе. А у нас еще Ваня Глаза подошел. Там Ваня Шорин с правой строгой. Глаза ты сидит. Ну, он опасный. Ну так тот парень хороший. Спасибо. Аккуратно.